снимаю обзор по пляжу в поселке Бельдиби, Кемер. Вот такие горы в облаках. Пляж имеет, то есть отель имеет свой собственный пирс и свой собственный пляж. Пляж здесь вот такой. Половина песочка. Здесь спускаться вот по этим ступенечкам. Стоят лежаки. Вот до того места это заканчивается территория пляжа. Если подняться по ступенькам, есть еще навесы. Навесы здесь входят в путевку бесплатные, лежаки тоже бесплатные. На полотенце пляжные надо брать на ресепшене карточку, и они входят в путевку, то есть бесплатно. И из номера выносить нельзя полотенце. За утерю полотенца 20 евро штраф. Сейчас у нас 3 июня. Море вот такое чистое, очень-очень чистое. Вот смотрите. Но купаться еще прохладно. Люди, конечно, купаются. Мы тоже купались. И заходить здесь тяжело. Либо в тапочках. Вот так вот. Либо вот где люди поднимаются, вот там можно спускаться. И вот где женщина плавает, там еще по пояс. То есть идти надо. Вот где женщина купается, на половину пирса, там по пояс, а потом уже будет с головой. Ну, радует водичка. То, что море чистое и очень-очень соленое. Это Средиземное море. Снимаю обзор. Дорога от пляжа Карелта Бич до отеля. Вот по такой красивой дорожке мы идем. Проходим пальмы. Территория достаточно большая. Вот. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Такие крыши из пальм. Там бар с левой стороны. Здесь 4 бара. 3 бесплатных и 1 платный, который ночной. Вот там бар по правую сторону. Он платный. Там курят кальян уже ночью после 23 часов. И дискотека. Идти до отеля совсем недалеко. С левой стороны у нас снэк-бар. Там полдник сейчас. Вот отель. Вот видно окошки. Вот по этой дорожке идете, идете, идете. И вот уже море.